Сегодня мы решили собраться в рамках харьковского мероприятия, связанного с автомобильной тематикой. То есть современные автомобили будут тут показывать свой мастер-класс. Мы же, как поклонники ретро-автомобилей, решили здесь поучаствовать, выставить свои автомобили на показ и заодно напомнить о том, что есть ретро-движение. Есть много поклонников этого направления, и в Харькове есть целые клубы по этому автомобилю. Здесь будет довольно-таки интересно, можно будет машины пощупать, даже на некоторых поехать. В рамках этого мероприятия можно сказать, что мы являемся партнерами, как типография Харьковского ретро-слета, который произойдет 19-20 мая на территории арт-механики. То есть там будет представлено более 150 машин ретро-класса. Плюс автомобили, плюс стиль пинап. Все эти встречи, которые проходят там на площадях, каких-то закрытых, допустим, мероприятиях, или в рамках выставок, или в раллийном формате, объединяют людей, появляется в некоторых стимул поднять свой старый автомобиль из гаража и реставрировать его для того, чтобы хотя бы выехать к людям на площадь. Потому что все помнят советские машины или машины, скажем так, периода до там, 70-го года выпуска, когда мы говорим, что это ретро-автомобиль, и он уже таких машин уже не делает. Нету такого дизайна, нету таких нововведений, когда было это. Вот, это были первые шаги в автомобилестроении. Сейчас, конечно, все современное, все это быстрое, поставлено на поток. Но оно уже так не вдохновляет людей, как старые автомобили.